Ну вот, сегодня последний день нашего замечательного Артура в Андалузии. Нас собралось 7 человек-единомышленников под руководством великолепнейшего художника, отличного человека Макса Скоблинского и такой же замечательной его соратника, его жены Надюши, которая кормила нас всякими вкусностями. А пока мы тут творили, мы увидели много красивых мест. Вообще Испания великолепная. Ну, уже не говорю про то, что пленэры всем полезны. Я приехала поучиться новым манерам, которые мне очень нравятся у Макса, и которыми я не владею. Хоть я и сама обучаю, но, как говорится, нет предела совершенству, и хочется познать что-то новое. И мне это было очень интересно и очень полезно. Макс очень трепетно подходил к каждому человеку, каждому, что надо было, все тактично и правильно, и грамотно добавлял. Ну, в общем, он, конечно, умничка. Я в восторге от организации. Всем советую, обязательно поезжайте. Это ваше просто расширит знания и опыт. В общем, если вы хотите заниматься таким отличным, великолепным делом, как искусство, как живопись, вперед, и у вас тоже все получится.